Понятно. Приглашаются участники встречи за первое место. Павел Андреяшкин, город Москва. И Игорь Коровин, Московская область. Речь услышит судья международной категории Яна Рузавина, Курская область. Ну что, мы возвращаемся в Курск, где уже на дорожке вы видите финалистов первенства России по фехтованию, шпага, юноши, личное первенство. И это Павел Андреяшкин сейчас на ваших экранах из Москвы. И Игорь Коровин будет на ваших экранах справа, Андреяшкин слева. Игорь Коровин представляет Московскую область. Вот он. Один бой. Ну и определится владелец золотых и серебряных медалей. А бронзовые получит Иван Лимарев, тоже представитель Подмосковья, и Григорий Кочкин, он из Москвы. Ну, кстати, из Москвы он только один да, год. Да, вот хотел только сказать о том, что пока был перерыв, вспомнил один интересный факт о том, что в прошлом году на первенстве России среди юниоров Григорий Кочкин выступал за сборную Кировской области. И как раз-таки сборная Москвы первая в командных соревнованиях встречалась со сборной Курского региона. Кировского. Да-да. Несомненно, всегда сборная Москвы в шпаге, в мужской, в женской, это все-таки главный претендент, главный фаворит на победу. И если вы помните, то на прошлом первенстве юниоров сборная Москвы первая проиграла 35-33. 35-38. И проиграла благодаря именно тому, что Григорий Кочкин в финальной встрече 9-2 выиграл у Павла Андреяшкина, который, собственно, уже фехтует вот в финале. И, наверное, тренеры из Москвы увидели потенциал Григория Кочкина и привезли его уже в столицу. Ну да, решили, видимо, что не нужен нам такой соперник, пусть фехтует за нас, да? Да. Ну и что вот, Григорий фехтовал и принес Москве бронзу. Да, и возможно, что уже послезавтра, когда будет день командных соревнований среди шпаги, Андреяшкин и Кочкин будут фехтовать в одном составе. Ну да, если тренеры их определят в одну команду, посмотрим. Ну а в финале у нас счет 3-2. Лидирует Коровин, 4-2. Андреяшкин, как и в полуфинале, работает на своей половине дорожки, ну а Коровин прессингует. Кстати, год назад Андреяшкин уже фехтовал в финале и уступил тогда Георгию Буянову. То есть у него есть серебро первенства России юниорского в прошлогодние. Ну, конечно, хочется, я думаю, Павлу обменять его на золото. Ну, не обменять, а дополнить серебряную медаль и золотой. Ну, а Игорь Коровин только в этом году перешел в разряд юниоров и еще и в следующем году будет выступать. Ну, в этом заслуга категории. Через два года, кстати, он 2000 года рождения. Да, вот Павел Андреяшкин, это для него уже последняя возможность заработать золото. И, наверное, вспомнил об этом сейчас, он сравнял счет 4-4. Ну да, как в бой идут одни старики, да, мы, а ты еще успеешь повоевать. Так, наверное, и Павлу Андреяшкину хочет сказать, отдай мне золото, ты еще сможешь выиграть два в следующие года. Ну, конечно, это тоже такая попытка пошутить нелепая. А вот говорят Даниил Рудых, что Кочкин учиться переехал в Москву. Ну, спасибо за подсказку. Да. Ну, я думаю, что, наверное, сыграло свою роль и то, что в Москве он тоже занимается шпагой. Вытягивает Коровин на себя оппонента и 5-4. Да, три укола подряд. Но все-таки бывает часто, когда спортсмены переезжают в другие регионы учиться, но по-прежнему продолжают выступать за свой родной город, родную область. Вот в случае с Кочкиным ситуация изменилась. Ну, там как он не мог же, ему приходилось бы тренироваться в Москве, у московских тренеров на московских площадках. Ну, дело в том, что вопрос, какой спорторганизации просто зарегистрирован спортсмен, да, и попадает в сборную какого региона. А то, что тренер другой, это да. 5-5. Снова счет. У нас равный, и минута осталась до конца первого периода. Судья финальной встречи Яна Рузавина.
Да, вот как мы говорили, что вроде в Курске только рапирное фехтование, но вот тем не менее представитель Курска присутствует здесь в финале в виде арбитра Дианы Рузавиной. Да, сегодня с изменением вида оружия резко убавилось количество зрителей, потому как... Ну, еще, наверное, и потому, что все-таки рабочий день. И если вчера и позавчера люди, посетители этого торгово-развлекательного комплекса «Мега Грин» заходили на фехтование просто потому, что были в комплексе, узнавая о турнире, ну, то сегодня таких, конечно, меньше, люди на работе. А вот Павел Андреяшкин, 7-6, выходит вперед тем временем, пока я говорил. Хорошо здесь организована реклама, и даже сегодня какие-то вот люди, я вижу, здесь присутствуют, которые, в общем-то, не имеют отношения к фехтованию. Да, их, наверное, немного, но они есть, и это здорово. Да, есть реклама и в самом торговом комплексе, есть реклама и по городу тоже. И поэтому, если случайный посетитель, есть и те, кто целенаправленно, возможно, хочет познакомиться с фехтованием. Тем временем в финале становится счет уже 9-7. Прошло всего даже меньше, чем 3 минуты. Ну вот, решили ко второму периоду перейти, не попали друг другу по клинку, но поняли, самое главное, друг друга, и Яна Рузавина тоже... Остановил встречу, перерыв. Да, 9-7 впервые в этом бою, по-моему, два укола, да? Преимущество. А, нет, вел. Вел у нас Игорь Коровин, по-моему. Да. Это финал. Вот нас спрашивают, что это. Нет, это финальный бой. И победитель станет чемпионом России среди юниоров. Ну, официально это называется победитель первенства России. Ну, знаете, я вот, честно говоря, люблю говорить, что слово все-таки чемпион. Это и понятней, может быть, тем, кто не так связан сильно с миром спорта. Ну и как-то вот само слово, да, оно да. Более такое эмоционально окрашенное. We are the champions. Павел Андреяшкин уже на дорожке, уже готов продолжать поединок. Ну а Игорь Коровин уже не так весел, как в перерыве в полуфинале, получает указания от наставника. И второй период, возможно, станет последним. Счет 9-7. Впереди Павел Андреяшкин. Павел Андреяшкин, кстати, был победителем еще и кадетского первенства страны. Ну, это было, я помню, что это было в Арзамасе, но вот сейчас... Посмотрите, да, какой эмоциональный всплеск. Дал волю эмоциям Андреяшкин. Получился у него флеш в один фонарь. Ну вот и повтор на ваших экранах тоже. Угу. Взорвался таким бегом. Выжидал. 10-7. Впереди Андреяшкин, но вот тут же отвечает Коровин. Подобрал дистанцию. Сократил отставание до двух уколов, как и было. Вытягивает на себя Андреяшкин Коровина. Тоже что-то, наверное, готовит. 30 на дистанцию, да, вышел во флеш. Сейчас пытался передавить оружие. Но 10-9 получил. Да, мне казалось, что он рано поверил, что уколол. Остановился как-то вдруг Павел Андреяшкин в один из моментов. А если бы, может быть, еще попытался разок уколоть для верности, может быть... И был бы обоюдный укол. А может и нет. Не получилось навстречу уколоть у Андреяшкина. Коровин тоже не попал. А вот здесь вроде бы кололи вместе, но точнее, а может быть чуть быстрее оказался Андреяшкин. Горит только один фонарь зеленый. Коровин, наверное, уже чуть менее так инициативно идет вперед. Пытается как раз-таки дождаться выхода Андреяшкина навстречу. Да, немножко более осторожно. Ну, действительно, конечно, нужно есть что-то менять. Вот, сейчас дождался удобного момента. И в одном десятке находятся спортсмены. Да в одном уколе, чего уж тут говорить, 11-10. Ну, кстати, вот дубль 12-11. Давайте я еще раз на всякий случай скажу, что завтра у нас соревнования шпажисток в личном первенстве. Финал запланирован на 17 часов тоже, как и сегодня.
Кстати, наши шпажистки, стоит их поздравить, серебряные медали, я имею в виду взрослую команду. Команда стала второй на этапе Кубка мира в Гаване. Вот, ну а юниорки будут соревноваться здесь завтра, ну, кроме, наверное, Изанат Фуртазаева, которая в составе взрослой сборной была в Гаване на Кубе. Ну, просто не успеет из Кубы до Кубка добраться. Может быть, вернется к командным, как вчера, например, Марта Мартьянова. А, и вот 12-12, сравнивает счет. Да. Перестает вечер быть томным. 12-12. Три укола осталось нанести, да, и похоже, что так сильно. А вот подсказывают, что Андреяшкин как раз у Коровина выиграл три года назад на кадетском первенстве страны. Значит, повторение как раз. Да, забавно. Спасибо. С дальней дистанции начинает Коровин. Такой полувыпад ждал, наверное, ответных действий Андреяшкина. И снова два фонаря. 13-13. Поправить клинок нужно Коровину, и в это время пару советов от тренера послушать. Два укола. Да, уже вот вперед остается. Пошел Андреяшкин. Коровин не спешит, тянет на себя. Снова два фонаря, так. И вот 14-14. И вот теперь дубли считаться не будут. Да, будет. Только один фонарь засчитан. Вопрос чей? А я вот, честно говоря, думаю, что жаль вот эти изменения правил. Ну, пусть бы был бы счет там 30-29 в итоге. Ну, потому что быть. Так считается, а тут вдруг нет. Вот для зрителей постановки не вот надо. Не получилось. Король на дистанции. Решил рискнуть Андреяшкин. И риск. Да, Коровин, похоже, ожидал этого. Этот успех, прием уже принес Павлу Андреяшкину пару раз успех, но... Да, ну и тренер говорил о том, что довольно часто Андреяшкин, если дословно говорить, вываливается, нужно ловить этот момент. И вот как раз-таки услышав своего наставника, что такое? Ну что ж, поздравляем Игоря Коровина с золотой медалью, Павел Андреяшкин с серебряной медалью. Нет, по-моему, вывалился тройник во время укола. А ну-ка, и не засчитан вот этот последний. Давайте посмотрим. Так. Да. Вы знаете, действительно рано. Нет, все гораздо проще. Вылетел, наверное, ёршик из наконечника. И когда проверяли оружие у Яны Рузавиной, не сработал. Вот вам, как мы вспоминали тут 300 раз движение вверх. Пожалуйста, переигранный последний будет ключевой момент. Да. Ну, это еще напомнило мне, как наша сборная на чемпионате мира в Казани в поединке за третье место со швейцарцами. Тоже Павел Сухов фехтовал с не помню, точно был не Хайнцер, не Стефен, Пьер Борский, по-моему. Вот, и там швейцарец несколько раз долбанул клинком наконечником о дорожку, а потом предъявил, что вот у меня, мол, сломался, и тоже этот эпизод... был. Нет, это правило уже сейчас четко регламентировано, то, что ты не должен вообще касаться никак клинка, наконечника перед тем, как отдать его на проверку судье. Ну, если возможно, ты до этого сделал, то все, уже можно не засчитывать. Ну, может, это вот как раз и было после этого случая, такое изменение введено, не знаю. Да, опешили все сейчас немного, и техника, и сами спортсмены. Так что еще не все. Еще не все, и счет вот даже уже 0-0 поставили. Ну, на самом деле, действительно, поединок сейчас будет на один укол. Не столь важно. Счет 14-14 в реале. Решили доиграть таким образом этот бой. Да, время-то 1 минута 5 секунд. В этом периоде, да? Да, ну, можно сказать, что в данный момент не имеет значения ни фамилии, ни счет спортсменов, просто нужно нанести один укол. Вот так у нас зажечь все один фонарь, стерильно, да. И квинтэссенция такая, да. Сублимация. Выжимка. Ну что ж, смотрим. Вот это да, вот это финал.
И опять, кстати, Коровин отходит. Да. Больше уверенности, наверное, сейчас появилась у Андрея Яшкина. Конечно, Коровин уже представил себя на высшей ступени пьедестала, но все-таки нужно теперь. Может, он заманивает Павла Андреяшкина, чтобы тот опять вывалился на него. Ну, можно только гадать, что на самом деле задумали спортсмены. Оба осторожности, естественно, цена укола. Очень велика с дальней дистанции не получается. У Андреяшкина Коровин не пошел вперед. Но все-таки, да, закончилось так же, как и в предыдущий раз. Да, и точно так же вышел во флеш. Андреяшкин проверит сейчас еще раз шпагу. Работает. Все. Здесь уже все, да? Итак, поздравляем еще раз Игоря Коровина с золотой медалью, Павла Андреяшкина с серебряной, а Иван Лимарев и Григорий Кочкин бронзовые призеры. На этом трансляция поединков окончена. Вы еще увидите церемонию награждения и интервью, к которому я иду уже готовиться. Ну, а я попрощаюсь с вами. Трансляция была организована компанией ТСМ совместно с Федерацией фехтования России. Мой коллега Денис Мельничук еще сейчас возьмет интервью у победителей. Ну, а я, Алексей Попов, прощаюсь с вами до завтра, когда состоятся уже женские соревнования. Напомню, что финал в 17 часов. Всего доброго, до свидания.